Так, всем привет! У меня 3 часа утра и вышла Poppy Playtime. Я не ожидал почему-то этого, хотя знал по Дискорду и другим соцсетям, что говорило, что она выйдет именно сегодня, но под вечер, когда уже все вроде как должны спать, но не я, потому что я в 4 часа утра сейчас буду играть Poppy Playtime, а мне 8 часов вставать в колледж. В принципе, кого волнует этот колледж, когда вышла такая игра? Игра, по-моему, стоит 356 рублей по скидке до 6-го. Надеюсь, сохранения здесь работают, а не как в Зайчике, где у меня почему-то они сбросились. Я готов играть. Я надеюсь, облачное сохранение все сохранило. А то с Зайчиком было по-другому. А, да! У меня максималки. Так что... А мы кто? Мы как... А, кстати, это же тот, который пускает красный дым, да? Кровяка, свежая притом. Оу! Это же... Кэтнеп, да. А почему нас бросил он? Ау, больно. Так, извиняюсь. Мне нужно немного подправить. Я здесь все сделал, у меня ультра... Экран... А, у меня 3К стоит. А поменьше. Поэтому у меня, собственно говоря, и лагает. Я думал, почему так? Я думаю, так сойдет. И немного, чтобы потом во время игры это не делать, нужно убавить чувствительность камеры. Где-нибудь на 100. Думаю, вот так сойдет. Да, вот так сойдет. Нас Кэтнеп бросил куда-то. Он забрал нас с поезда. А, понял. Все, понял. Я убегаю. Куда? Вон туда? А куда мне? А, всё. Нет. Залазь. А я застрял. Ничего просто не видно. А что дальше? Вот сюда? Да. Поищи рядом предметы, которые помогут тебе подтянуться, зажимая левую и правую кнопку мыши. Так, какие-то предметы, чтобы подставить их. Нас чуть не раздавили. Какие предметы? Так. Вот, могу. Могу подтянуться. Все. Это как-то слишком быстро, я не знаю. У нас какие-то испытания. Не пугай меня. Я просто уже позабыл, что там было, но я помню, что мы спасли Поппи, которая нас немного обманула и остановила поезд. Мне куда? Мне вот сюда, видимо, пусть там какой-то проход или нет. Это, видимо, разные проходы. Нас бросил Кэтнеп куда-то в заводское помещение. То ли убить, то ли еще что-нибудь. Ну, кстати, непонятно, что именно он хочет сделать с нами. А куда мне? Тихо. Будто бы мне нужно куда-то подняться по этим штукам. По этим поручням. Но я не понимаю, куда. Ну, допустим, я прыгну сюда, потом вот сюда. А? Не надо. А, я умер. Да. Немного темновато. Но я менять не буду. Видимо, игра в игре так и должно быть. Где так и должно быть? Мне вот сюда опять. Сейчас заберемся. Так, я вот сюда. Спасибо, до свидания. Да, это я знаю. Так, другие пути там не свободны. Но я могу, кстати, вон туда упасть или вот сюда. Там уже без разницы. Как именно? Но я не понимаю, куда мне до сих пор. Так, ну других путей нету, кроме как залазить на эти поручни и куда-нибудь вот сюда прыгнуть. Я смогу добраться? Нет. Так, чуть-чуть поднимемся. А, все, да, вот сюда. Я здесь. Бочки какие-то. Control. Кровяка. Вот повешенные игрушки. Нажмите Е для взаимодействия. Дверка. Ну я осмотрюсь. Насколько я знаю, игра безумно длинная.
В плане именно для этой серии игр. Обычно они длятся там минут 30. Кто шагает? А, это предметы. Игрушки скидываются, мы как раз таки там были. Мы как раз таки были там. Я не знаю, вам видно? Потому что мне как-то трудновато увидеть. Где гамма? А, гамма я сделаю чуть на 65. Я надеюсь, так будет нормально. Потому что для вас это явно будет как-то темновато. Хотя чуть пониже. Так будет неинтересно. 60. Вот, теперь нормально. Так, там какое-то помещение. Там игрушка. Забрать я ее не могу. Забрать ее мы не сможем. Погуляем немного. Я раньше, кстати, играл на низких настройках. И то тогда как-то было неприятно играть. Но я обновил компьютер. Так что теперь можно на высоких играть и 2К разрешение. Мне интересно, вот что здесь? Тебе больно? Тебе явно больно. Тебе нужно слезть. Так. А, это краска, я думал, это кровь. Но здесь больше ничего... Кассета можно? Здесь телевизор. Так, это я могу взять? Нет. Это взять не могу. Кнопка какая-то. Ничего не дает. Возможно, есть какие-то пасхалки, которые мы должны искать. И все. Но здесь мемориал. Спасите. Уже никак не помогу. Ну, здесь есть телевизор. Идемте, короче. Не буду долго просто бегать здесь вокруг. Да около. Не думаю, что это интересно. Камера, кстати. Я снимаю, да? Какие-то звуки. Везде какие-то мемориалы. А вот, кстати, красный дым. Бедняги. Сохранение. Мне вот сюда и... Ну, я понял. Прикольное испытание. Так, главное запрыгнуть. Быстрее, быстрее, быстрее. Спокойно. Так, потом мне куда? А я допрыгну? А, да, допрыгну. Подождем. Подождем. Я видел скриншоты с игры. Там таких тварей я не видел нигде, наверное. Ты куда? Спокойно. Это же Катнеп, да? Это он меня скинул только что. Видимо, он так же разумен, как и мамочка, в плане играется с нами. Потому что, ну, я не думаю, что он скинул бы из-за чего-то другого, кроме как поиграться с нами. Тем более, когда здесь везде проходы. Так, здесь ничего не видно. Ладно, идемте. Мне вон туда. Так. Ау. Откуда мне было знать, что она просто уедет? Только не снова. А! Как бы ничего, да, видимо? Что я упал в красный дым, который вроде как убивает. Но я упал на поршни, где красного дыма не было. Ладно. Быстренько пройдем, я хочу более нормально на него посмотреть. Вот и... Какая ты тварь огромная. У него прямо кости видно. На спине. Не доедает, малыш. Так, спокойно. Все хорошо. Он уполз вон туда. Они прямо везде. Эти мертвые игрушки. Так, мне не сюда, мне вон туда. Я пошел. Это уже какие-то жилые помещения, где просто работали ученые. Кровяка, руки. Ничего поставить я не могу. А, вот кассета. Там, чтобы... Инвентарь? Я открыл. А, я просто вставил. Right, что ж, мисс Харпер, расскажите, что произошло. Не упускайте ни единой детали. Дети укладывались спать, как обычно.
Все были спокойны, вокруг тишина. Кот Дремот уже наполнил красным дымом комнату, и тут я слышу резкий крик. Я понимаю, что детям иногда снятся кошмары, но... расширенные зрачки и дрожащие губы... Как ее взгляд бегал по комнате... Клянусь, когда я взяла ее за руку, мне показалось, что ее кровь кипит под кожей. Ее мучили какие-то жуткие видения. Она... Простите, я не... Мисс Харпер, мы делаем все, что в наших силах, честное слово. Но нам важно это знать. Мария вам рассказала, что видела? Да, она сказала, что это был монстр. Бесцветный монстр. Господи, я чувствовала, как колотится ее сердечко. Она думала, что он стоит рядом. И двигалась она очень странно, размахивала руками, пиналась ногами. Я хочу с ней поговорить, узнать, как дела. Мне бы услышать ее голосок. Встречи крайне нежелательны, мисс Харпер. У нас сейчас слишком много забот. Да-да. Но не волнуйтесь, жизненные показатели в норме. Мы следим за ее состоянием. С ней все хорошо. Нет, прошу простить мне беспокойство. Прошу простить мое беспокойство. Просто верните мне мою малышку. Да, я там тупо прочитал. Ну, короче, я не знаю, это мать этой девочки или же это работник. Но судя по тому, что они не знают, возможно, какие эксперименты ведутся, поэтому так волнуются. Но я думаю все же, что это работник. Вряд ли простую мать пустят именно вот сюда. Тем более, когда это сироты. Но, видимо, работники обычные, они хорошие. Хотя до этого я думал по-другому, что все они знают, на что идут. Там текст слишком быстро уходит. Да, я и читать тоже не умею. Какие-то конфеты. Так, это трогать я не могу. Так, это мне. Это мне разместить батарею, чтобы подвести энергию. Как я бросаю? Ага. Здесь синяя рука. Еще одну нужно найти. Вот она. Кровяка везде. Интересно. Безумно интересно. Мне хочется везде все исследовать. Я не знаю почему. Так во всех играх. Просто интересно посмотреть, какой интерьер, как постарались разработчики игры. Я, кстати, возможно, из-за того, что я тоже делаю игру, и хочется что-то подметить. Газ, не надо. Игрушка. Я Буба-Бубаслон. Ой, я тебя помню. Слон ничего не забывает. Ну да, слоны умнее. Умнее. Хочешь знать, что я о тебе помню? Что с тобой? Ладно, допустим. Этот крик жутковатый. Чего? Так, здесь энергия нужна. Ага, ты проводишь энергию. А нормально, что звонок? Как бы. Эй, эй, ты слышишь? Вижу, ты в растерянности. Не хочу твоей смерти, поэтому помогу тебе. Смотри. Там на дальней стене труба. Приготовься. Бабах. Используй эту батарею, чтобы открыть дверь. Окей. И что? А вот, кстати, ух ты. Это твоих рук дело? Наверное, там кот дремлет тебя и ищет, Дремот. Ты, наверное, злишься на Поппи из-за того, что она помешала тебе сбежать. Просто ей нужна твоя помощь. Нам всем нужна твоя помощь. Ты наша цель. Вместе мы сможем спасти много людей. В том числе и тебя.
Прийти прямо по курсу. Приют прямо по курсу. Там живет кот Ремот. Это один из улыбающихся зверят. Раньше их было 8, кажется. Остался только он. Приют для него, святое место. Это зона охоты. Там он делает все, что захочет. Поспеши, будем на связи. Меня, кстати, зовут Олли. Приятно познакомиться. Я все еще не привык. Привык, что здесь есть русский язык. Это сделали мы. Я, кстати, мне опять кажется, будто бы это Поппи специально делает это, чтобы мы на нее не злились из-за того, что она нас как бы таким образом остановила. Хотя можно было бы чуть по-другому. Помягче как-нибудь. Кот Дремот. Его как-то звали по-другому. Кот сновидений, по-моему. Я не помню, когда я делал разбор. Вроде бы его звали как-то вот так. Опа, а, это было, это на скриншотах было. Видел. Видел, было. Привет. Оу. Тебе, наверное, больно. Сохранение. Таракан, я могу раздать... Она не... А, все. Я думал, она не дает. Их взять я не могу. Поехали. Здесь что-то есть. Кнопки нажимать я не могу. Так, камеры не работают. Что это? Какие-то цифры. Даже для обычных рабочих сделано так, будто бы они на свежем воздухе. Видимо, они здесь проводят прямо очень много времени. Из-за этого могут сойти с какого-то с ума. Так, здесь ничего. Здесь еще одна комната. Она закрыта. Но там что-то можно сделать. Какая-то штука. Новая. Туда дальше я не пройду. Здесь все обвалили из-за чего-то. Так. Ага. Схвати ручку и поверни луч при помощи Q и E. Направь луч ко входу питания, пока будешь держать источник питания и огонь. Как? Я нажимаю Q, нажимаю E. И... Как-то это не помогает. Она должна попасть вот сюда, да? Так. Хвати ручку. Какую? А, вот эту ручку. Все, понял. Логично. Да, другую руку, видимо. А, нет, нам сначала питание нужно. А я просто не... Понятно. Почему везде кнопки какие-то? Ой, пролагало. Как будто бы что-то подгрузилось. Что именно, непонятно пока. А, мы открыли. Опа-на. Тебя как там звали? Чик-чикин... Как-то там. Привет, я цыпленок Пинака. Может, погуляем на улице? На улице просто жуть. Да, на улице жутковато. Мы еще не доводилось выбираться за пределы этого места. Мне еще не доводилось выбираться за пределы этого места. Идешь со мной? Мне страшно. За мной. Я выйду первым. Они все так кричат в конце. Опять. Это что-то открывает. А что именно, пока, видимо, непонятно. Дети. Сироты. Поппи еще. Киси-миси. А, я должен две сразу нажать. Видимо, я должен залезть... А, сначала открываем. Да. О, как-то я не доверяю. Это... А, я думал, мне плохо.
Мы направляемся куда-то в детский сад. Как говорил ребенок Олли, насколько я помню, рюкзачочек. Далековато. Здравствуй! Меня зовут Эллиот Людвиг. Глядя на современный мир, как вы считаете, чего им больше всего не достает? Я как раз решил расспросить об этом. Денег мне никогда не хватает. Понимания? Меня вот никто не понимает. Веры? Народ совсем ее потерял. Ответы были разными. И в каждом была своя доля правды. Но никто не упомянул одну важную вещь. О ней все забыли. Никто не вспомнил про улыбку. Я помню, это где-то было, это говорилось из какого-то фильма. Улыбка выражает надежду, улыбка выражает любовь, улыбка выражает понимание. Ничто не доставляет мне больше радости, чем дарить детям улыбки. Вижу, да. Я счастлив быть тем, кто пробуждает в них надежды и мечты. Ведь только надежды и мечты помогут нам создать лучшую версию мира. Что это за место? Мир, где детям нечего бояться. Где дети живут под защитой. И вообще, без детей не было бы ни этой компании, ни игрушек. Эти дети созданы, чтобы улыбаться, чтобы любить. Они заслуживают жить дома, в безопасности. Поэтому я, основатель компании Playtime Co., с огромной радостью сообщаю об открытии приюта. Это наш собственный интернат при фабрике. И это не просто интернат. Это школа, место для игр, место, где тебе рады. Это наша собственная подземная экосистема, где каждая деталь создана, чтобы вызывать у детей улыбку. Учителя и советники, отцы и матери. Тут есть все, что необходимо. Пусть наш приют приносит радость, вдохновение и улыбки всем, кто здесь оказывается. Ведь если не улыбаться, зачем тогда жить? Вижу, да, ты вызываешь улыбки. Смотря на вот это все. Звонят опять. Алло, да. Эй, это я, Олли. Клево тут, правда? Да. Раньше здесь жили дети. И что с ними стало? Ну ладно, видишь статую в центре комнаты? Иди по ступенькам под ней. Там есть одна любопытная комната, которая питает весь приют. Могу дать от нее ключ. Откуда? Мне все же кажется, это будто бы... Все равно Поппи как-то управляет нами. Голосом ребенка. Ничего себе. Я думал, местечко будет поменьше. Нас опять будут вести какими-то коридорами. Оказывается, нет. Я ведь могу пройти везде, да? Покататься могу. А, нет, не могу. Не дают ребенку покататься. Бывает. Ладно, мне все-таки вон туда. Мы, скорее всего, это будем рассматривать уже полноценно, поэтапно. Поэтапно. Я Зая Попрыгуша. Давай попрыгаем до Луны. Допрыгнем до Луны. Ладно. Привет, я свинка Капризулька. Давай есть. Так, у вас одинаковые реплики. Пекло пес говорит. Апорт. Понял. Привет, я Бобби Обнимишка. Хочешь узнать, как сильно я тебя люблю? Нет. Не хочу. Привет, я цыпленок Пинока. Поможем, может, погуляем на улице? Да, мне нужно опять привыкнуть. Я Буба-Буба-Слон. Ой, я тебя помню. Да, ты меня всегда помнишь. Приветик, я Хитророг. Поможешь мне с картиной? Передай синий. Я напомню, у меня 4 часа утра. Я должен спать, я хочу спать. Я Зая Попрыгуша. А, это снова ты. Ты говорила, дашь мне ключ. А, ты уже дала мне ключ? Или это всегда открыто? Видимо, это всегда открыто. Я боюсь то, что везде будет выключаться свет, и мне придется бегать туда-сюда, чтобы его включать.
Есть такое предположение, маленькое. Я думаю, оно правдивое. Так, телефон. Почему я не могу подбирать вот вас? Ключ упал? А, вот и ключ. Только... я не могу его взять, а могу. Закроем. Что ж, ключ у тебя. Теперь, наверное, тебя мучает вопрос. От чего этот ключ? Иди назад, увидишь дверь. Слева от вагонетки, которая тебя сюда спустила. Понял. Но я поброжу еще немного. Хотя здесь больше ничего нету. Ладно, идемте. Идемте обратно. Обратно к вагонетке. Мне, кстати, кажется, вот эти вот штуки, где говорят реплики наши персонажи, у них есть каждая эмоция, и они рассказывают о том, что они делают и что умеют. Я предполагаю, что они нам еще встретятся, и они будут именно такими, какими нам говорят. А куда? Куда я здесь? Вагонетка, вот она. А дверь должна быть где-то здесь? Здесь ничего нету. Ты мне соврала? Может, где-нибудь справа она говорила или где? А, вон, вижу. Вижу. Игрушки. Нам вот сюда. Не, это выглядит прямо, прямо класс. Прямо супер. Но оно еще не достроено. Мне больше интересно, как они возвели это все под землей. Глубоко, абсолютно. Как вообще такая компания, как Poppy Playtime, имеет столько денег? Это странно. Ключ у меня, да. Сохранение. Это промышленная зона опять? Опять сохранение. Допустим. Но меня все еще радует то, что игра будет проходиться где-то часа 4, как минимум, а не по 30 минут. Привет. Ты пчелка. Опа-на, это нам нужно. Это от газа красного. Оу. Добро пожаловать в систему добычи газа. Сердце всей злой системы приюта. Весь газ, который исходит от машин, создается именно здесь, на фабрике. Этот газ называется красный дым. Отлично. Сейчас этот дым идет в правую сторону. Наша задача — перенаправить красный дым в левую сторону. Там... так мы доберемся до него. Скорее всего, к машине будет приставлена парочка безмозглых охранников. Но не волнуйся, ты их одолеешь. Я позвоню, как только все будет готово. Можно помедленнее как-то уходить? Я был бы благодарен. Будет немного... безмозглых охранников? Чего? Это вы про кого? Это вы про них? Они мертвы. Нет питания, офлайн. Газ. Газ должен идти влево, а сейчас он вправо. А что это мне дает по итогу? Так, это нажать я не могу, пусть нету. Здесь комната, которая не открывается. Вон там дверь открыта, это лифт. Там, видимо, в лифт мы должны все сделать. Что это? Надо потыкать все. Опа-на, новый. Кэтнеп. Дышит. Чего? Он спит? А, ну да, это же кот Дрёма. Ну, хотя бы голос дал. Короче, он, видимо, просто будет спать. Спасибо. Я понял. Опа-на. Это нам нужно. Что это? Перекрыто. Туда можно было пройти когда-то. Опять. Как включить? Где сувать кассету? Здесь закрыто, здесь пройти нельзя. Это я заберу все же. Но это, во всяком случае, что-то дает. Я могу пройти вот сюда, видимо. Там, да, там можно кассету вставить, смотрите.
Есть приемник кассет. Ну как забраться туда? И где найти кассету? Это два вопроса. Так, тебя ставим. Вон, я вижу. Хотя я еще не все исследовал здесь. Давайте посмотрим сначала. Можно подняться наверх. Поднимемся наверх. Здесь клетки. А, это, видимо, баллоны, где должен содержаться газ. Я так предполагаю. Так, сюда я могу забраться? Нет, не могу. Там что-то глючит. Так, здесь... Это что за бандурина? Это ядерный комплекс какой-то. Как вообще такой компании позволили все это сделать? Мне вот это интересно. Правительство, во всяком случае, это знало. Потому что они делали рекламу про это. Не просто так же нам рассказали. Про то, что... для чего это все создано. Да, еще и детей пустили, так что... Не может же Элиот Людвиг иметь настолько большую власть. Так, сколько я снимаю? 31 минуту. Нормально. Что за звуки? Так, кассета. Вот она. Хвататель 2.0. Рабочий прототип. А, он нас подбрасывает, я это видел. Дополнительная длина шнура. Менять руки очень просто. У прототипа есть силы в воздухе, чтобы приземлиться с большой высоты. Чего? Осторожнее во время приземления. Местами поверхность пола опасна. Спасибо. Пользуйся хватателем 2.0 с осторожностью. Который час? Час потехи. Допустим, ладно. Ладно, мне, видимо, сейчас выдадут хвататель 2.0. Нажмите для... Да, для. Нажмите 2 или прокрутите колесико мышки, чтобы поменять руки. А, она меняет одну только руку. Прикольно. Видимо, как раз-таки для этого у нас есть инвентарь. Это хвататель. Я могу с помощью него прыгать и приземляться как-то. То есть... Если я буду падать с большой высоты, он будет меня как-то спасать. Прикольно. Как раз вот это, да? Да. Прикольная механика. Прикол. Прикол, прикол. Так, здесь закрыто. Так, сюда нельзя. Туда вниз нужно. Идемте вниз. Так. Как я высоко подпрыгиваю. Прыжок, кстати, высокий прямо. Будто бы можно куда-то в другое место залезть. Такое, куда не нужно залезать. Ой, а что там? Это какая-то глянцевая поверхность. Так. О, это было в трейлере. Это все было в трейлере. Море газа. Прокрутить не могу. А как дальше? А, вот тебя. Так, идем сюда. Ты даешь мне что? Видимо, на тебя я должен как-то запрыгнуть или схватить. А, спустить, ладно. Опа-на. А я смогу допрыгнуть? Это же так далеко. Нет, не смогу. Ладно. Видимо, я слишком близко его сделал. Слишком близко до меня. Нужно немного подальше. А теперь не могу. Или я должен запрыгнуть куда-то вот сюда? Нет, туда я не могу. Да. Поднять я его больше не могу. Никуда. Вот сюда. И прыжком вот сюда. Нет. Нет, но эти трубы подсвечены именно желтым. По-моему, желтым подсвечивается то, что мы должны делать. Куда идти? Здесь есть трубы. Трубы, трубы, трубы. Куда мне? А, все, понял. Туплю, туплю. Туплю очень сильно. Не нужно тупить. Я все-таки не спал. А должен. Так, здесь пройти нужно будет. Так, сначала... А, перепрыгнуть, я понял. Здесь мы перепрыгиваем. Сначала посмотрим. Все вроде бы обычно, да. Все, до свидания. Хотя я мог схватиться, нет, не мог.
Я думаю, примерно по 30-40 минут нужно будет выкладывать. Тогда будет хорошо. Так, а ты должна попасть рука куда-то куда? Вот сюда? Да, сюда, видимо, нет. Вот ты должна вот сюда, а ты должна... Куда? Не туда явно, пусть ты туда не сможешь. Так, это нужно перепрыгивать. Так. Ничего тыкать я не могу. Хаги-ваги. Так, там какие-то инструменты, и тебя я должен открыть. Тебя я явно должен открыть. Сейчас с помощью тебя я как раз таки возьму, наверное, энергию. А, нет, вон там энергия. Или ты энергия? Нет, ты не энергия. А что тогда? Я должен забраться вот сюда? Пусть там есть дырка, чтобы взять. Да, я так и должен сделать. А, ты тоже берешь энергию? Вот туда, да. Так, сейчас возьмем. А, нет, ты не берешь энергию, так что... Так, тебя... А. Понял. Так, берем. А, и как-то... как сделать? Ну, ты идешь вон туда. Вот тут я тупил буквально минут 10, наверное, не мог понять, как использовать эту штуку, хотя в самом начале нам показывали, что там нужно нажать на Q и E, а я нажимал на... Просто притягивал, короче. Ну, я хотел и сейчас, и тогда хотел спать, пусть у меня сейчас монтирую 5 часов утра. Так что вот так вот. А на этом, наверное... Ладно, я думаю, все равно на этом закончить. Продолжим завтра. Хотя нет, не завтра. Завтра я выложу это видео. Послезавтра, я думаю, продолжить. Я не знаю, не делается. Я пытаюсь тянуть. Возможно, я что-то не так делаю, но... Там особо это и что-то делать и не нужно. Чтобы как-то управлять этой штукой. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.